161 серия, участок Мурманск, Магадан. В этой серии будет пройдено 67 километров. Серия закончится на границе Забайкальского края и Амурской области. В конце видео несколько фотографий, которые сделал вот на этом знаковом месте. Дальше есть стоянка такая, дорога чуть на высоте, а стоянка внизу от дороги. 101 километр до Ерофея Павловича. Стоянка-то понравилась. Тихая, спокойная, хорошая река, красивая река, берега. Он показывает 100% мощность, даже интернет 3G. Thank you.
она картинка для дорожников. Все просадки, все неровности отмечены тормозными следами. Красный свет, что это означает? Реверсивное движение. Стоим, ждем, как это в кинофильме. Этот, как же фильм-то? Главной роли с Абдуловым. Изобретатель. Гений. Фильм «Гений». Когда эти бандиты сидели, и главарь Смоктуновский говорил: сидим, едим, пьем. Когда за ними приехал спецназ. Фильм достаточно такой глупенький, все там упрощенно. Посмотреть можно раз в несколько лет.
достигаемого привала 89 километров. Красивая картинка из облаков. Интенсивность движения, кстати, слабенькая на трассе. Но почему? Потому что инфраструктуры нет, люди опасаются, проблемы и прочее, прочее. Так-то дорога хорошая. До автобана, конечно, не дотягивает, до коммерческой дороги. Вон, взяли пробы, блин, и не заделали после себя и шорфы. Так, полотно дороги сняли, нет? Нет.
место привала 81 километр. Ориентировочно. Питание, как вы видите, по дороге одноразовое, вечером, пока сначала готовлю что-то покушать, что сегодня будет, не знаю, может тушенка с пюре. Доширак особо не тянет. Да, откровенно говоря, ничего не хочется. Сгущенки, правда, взял маловато. По-моему, 5 банок всего. Оказалась на редкость хорошая, густая. Не то, что бывало возьмешь, как вода. Две дырочки сделал и выпил. Я полагаю, темнота наступит резко, потому что горы так, 1 час 2 минуты по расчетам Яндекс.Навигатора до места привала осталось 78 километров на сегодня. Сняли слой, готовятся к ремонту. Да и здесь вроде выровняли резой. Была бы технология такая, рулон расстелили, вот дорога готова. Огромный прицеп, где рулон с покрытием. Такую чепуху иногда задвинешь, сам где выдаешься. Пошла третья неделя поездки.
кого вырубили, чтобы дорогу проложить. Хабят надписями всевозможными. Собирался вести съемку только в светлое время, как показала практика. Два раза просчитался.
сколько было? 280. Ну, не успел прочитать название дороги. Пройдено 668, 9 часов 25 минут в движении, 71 километр средняя скорость и 5,3 расход на 100 километров. Запас хода 550 километров. Зеленая такая шапка и грунт, скала коричневая.
Нет, нет, она. Самый великий художник это природа. Что видит человек, живя в городе? Только то, что вдоль трассы, вдоль дороги, не углубляясь внутрь, вот, влево или вправо, то сколько нужно жизни, чтобы все это посмотреть, всем этим полюбоваться. Да сотня тысяч жизней нужна, чтобы... Да и то все не увидишь. Вечная жизнь, чтобы все это увидеть. Так вот, организовывается стоянка. С левой стороны проехали. Пропал. Он давно пропал интернет, потому что давно уже серая полоса трека.
громкая связь, отправляясь в поездку. Вообще 47 километров. Но это до города. Это до города. А стоянка на трассе. Примерно полчаса. О, как красиво. Слева и справа. Какое буйство красок природы. Какая палитра. Thank you.
что, строительная техника или...
область, вот она, где я сейчас и наделаю снимков. Ребята, мы на границе Амурской области. И сейчас все снимем. А что мы снимем? Мы снимем все, что можно снять, снимем. Вот она, площадка, полянка. Так, туда мы не спустимся, к сожалению. Как и можно сфотографировать. Вот впереди этот указатель, ну как вам сказать, этот щит. Мы ушли с маршрутом. Да, знаю. Так, а я пойду сделаю селфи. Я пойду сделаю селфи и несколько фотографий. Чуть не проскочил, надо же. Стоим, ждем. Так, тебя тоже выключим. И тебя выключим. Режим записи. Так, еще сделаю одну фотографию. Автомобиль на фоне. На фоне